Вот это обычный Фредди. Нет, это Бонни. Так, ну блин, у него нога от Фредди. Привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега. Как всегда, отличное настроение, Сережка, поздоровайся. Всем привет. Сегодня у нас новая рубрика «Угадай аниматроника по части тела». Если пейте, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем угадывать аниматроника. Так, давайте начнем отсюда. Потому что я чувствую, вот это я угадаю сразу. Так, давайте анализировать. Оно шевелится, как желейка. Так, Сережка, это... Да, сейчас. А чё так сложно? Я думал, будет реально легче. Клянусь, думаю, сейчас зайду раз-раз и всё. Это Скрабэйби. А почему нога похожа на Скрабэйби? Следующий у нас экспонат с ногой. Это нога. Это нога. Спринт-трап. Угадал. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А вот и нет, это спрингборд. Видишь, я проверял, тоже выхватил эту штуку ты. А я сегодня угадываю хоть кого-то или не угадаю, мне интересно. Не знаю, давай посмотрим. Это кошмарный спринт-трап. Угадал. Вот это... Подождите. Ребята, ставьте ролик на паузу, тайм-код, и давайте вместе будем угадывать. И кто угадал, попадет по-любому в следующий ролик в начале ролика. Гениально сказал. Это у нас эндоскелет. Нет. Это поломанный плюш-трап. А что ты? Что ты умничаешь, вздумал? Хорошо, не угадываю. Эндотрап. Да что ты наставил таких сложных? Оно для тебя. Это веселый спринт-трап. Да блин, да как веселый, скучный, Эндо. Что вы придумывали? Это спринг Бонни обычный. Да блин, ты руку специально ему выставил так, типа, как-то странно. Машет тебе, привет передает. О, я увижу здесь кончик. Это... Так, подождите, сейчас я опять не угадаю, что ли? Да у меня веселый спринтрап, скучный спринтрап, а это... Это тоже спринтрап, Серега? Не знаю, догадывайся сам. Это... аниматроник. Нет, ладно, это не прокатывает, так я понял. Это... Да блин, я не знаю, это спринт-трап какой-то тоже. Да? Ну ладно, да, нет? Да... И нет, и да, за это я тебе просто пинок дам. Хорошо, поджопника, давай. Ого, да. Нифига себе, на 32 хп поджопник. Вот это я знаю, кто. Ну блин, я не знаю. Я не знаю, кто это. Ой, я ему там топчусь. Это кошмарный Фокси. Да ну как по руке угадать? Это очень сложно. Блин, рубрика очень крутая, потому что я не могу их угадать. В следующий раз, ребята, кто хочет записывать с нами эту рубрику, заходите в наш Discord, ссылочка в описании, будем вместе записывать ролики веселые. Golden Freddy. Угадал. Рука очень похожа. Это... Так, блин, да как угадать по ноге? Ну это же невозможно, это очень сложно. Ну я не знаю. Это... Угадайте. Ну это кошмар. Ну я не... Ой, я тут вижу кусочек пуза. Это... Да как угадать кошмарный Фокси? Нет, кошмарный хэллоуинский Бонни. Да ты вообще их постоянно таких поставил сложных. Хорошо. Вообще нереально угадать. Я, получается, двоих угадал за это все время. Да. А что ты поставил хэллоуинских, там, шмалуинских? А что, нельзя? Так я не понимаю, кто это. Я специально для этого... Это хэллоуинский Фредди. Это Найтмэр Фокси. Да. Блин, да. Так, вот теперь я не буду спешить, мне надо реально хорошо подумать. Что это? Нога. А ты ее раздувал или нет? Нет.
Это что за покемон? Мне кажется, ты ему ногу раздул чуть-чуть. Не, а ну дай понюхай. Воняет. Так, если воняет... Неделю. Не мыл ноги неделю, это, наверное, своего производства не мыл. Ну, мне кажется... А если кажется, креститься надо? Я тебя боюсь, ты когда рядом стоишь, отойди на один сантиметр и дальше. О, нет, вот я на еще сантиметр ближе к тебе. У тебя зубы острые. Спину буду дышать. В животе острые. Так это ноги не у него воняют, это у тебя, походу. Нет, это ты воняешь, ты неделю не мылся. Блин, я уже боюсь, ты меня сейчас опять убьешь. Хорошо, давай тогда предположим, что это... А блин, а вдруг это опять хэллоуинский кабака какой-то? Это... Это кошмарный Бонни. Боюсь. Ладно, ладно. Да почему это не Боня? Ну почему? Так. Ты его перекрасил, Серега? Да, я всех перекрасил. А, поэтому я не могу угадывать, что ты их поперекрашивал. Да, чтоб тебе было сложнее угадывать. А они повторяются среди всех этих аниматроников? Это уже секрет фирмы. А вдруг он не повторяется? Ну давайте сравним эту руку с эту руку. Да не, она же одинаковая, эта рука. Как? А нет, не одинаковая. А ну-ка. Да, мне не повезло в этой серии. Не повезло, не повезло. Не повезло, не повезло. Я не смогу этот голос сделать. Да-да-да, типа так. Это... Вот честно, настолько нереально угадать сложно, что даже если я скажу наугад, я уверен, я не угадаю. Ну, давайте тогда будем пробовать наугад. А наугад... Ну, блин. А можно так подсветить сквозь ящик? Ой, я спалил. Я думал, ну все, нельзя посмотреть. Ну, я посмотрел. Ну, я сейчас скажу, если уверен... Да, ну, я же не сказал. Давай просто попробую угадать, даже если я увидел его вид. Давай я попробую, что... Это хэллоуинский Бонни был или нет? Или кто это был? Нет, это не Хэллоуинский. Да я даже если увидел, я все равно не угадал. Ты меня убил. Да я уже умер от этого экспоната. Еще раз. Это уже за то, что ты неправильно отгадал. Да ну как неправильно угадал? Ну да, но по сути. Бонни. Хорошо, давай отсюда будем. Ну тебя... Я не буду подсматривать, не буду. Просто ближе руку буду смотреть. А похоже... Я пропускаю. Давай следующий. Я теперь не... О! Вот это обычный Фредди. Нет, это Бонни. Так, ну блин, у него нога от Фредди. Я знал, что эта рубрика будет очень сложная. Ну настолько я не знал, что она будет. Вот это... Ты его перек... Так ты же их поперекрашивал, поэтому я не могу угадать. Пропускаем. Во, обычный... Блин, ну... Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то очень гениальное, которое заходит в тренды. Это обычный Фредди. Это Golden Boy Фредди. Ну как угадывать? Чувствую, да. Чувствую, нет. Это... Синди. Это Той Чика. Так, вот рука подсказывает, чтобы вы поставили лайкосик. Лайкосик и подписались на канал. Так, осталось совсем чуть-чуть. Я, мне кажется, я ей даже эти чуть-чуть не угадаю. О, вот это... Вот, а ну, у него рука похожа. Вот это обычный Фредди. Да, ну у них рука одинаковая. Ну, одинаковая рука же в точь-точь. Как их можно отличить? А давайте вместе проанализируем. Четыре пальца изогнуто. И здесь четыре пальца изогнуто. Заметь, ноги у Чики это тяпки, а у Боньки культяпки. Ну тут рука, а тут нога, ну похоже. Ну во-первых, не угадал из-за чего. Ты ж ее, гадь такой, перекрасил в коричневый дерьмовый цвет. В твой любимый. Ну я сегодня не угадаю, и это тоже, но я попробую. Это... Ну, что, у них одинаковые руки и ноги? Разработчик, зачем ты одинаковые руки и ноги сделал? Вот это... Блин, а... Ладно, это обычный Фредди. Да, ура! Обычный Фредди. Ну
я не могу так играть, ты меня убиваешь. Это нравится. Да ну хватит нравиться, давай не нравится. Это... Кто это может быть? Ну помогите мне угадать. Мне кажется, надо по этой рубрике стрим запускать и играть с подписчиками. Хорошо. Это кошмарный Фредди. Нет, это Чика. Кошмарная. Так, осталось у нас два аниматроника, из которых я не знаю... О, давайте фонарик подрубим. С фонарика, может, легче будет. У кого такая ручка манесенькая? О, подождите. Это Чика. Да меньше рука, да, чем у Чики. Это тогда обычная Чика. Тутуй Бонни, ну блин, а, мне кажется, напишите в комментариях, вы бы угадали этих аниматроников или нет, когда у них одинаковые части тела. Последний аниматроник, вот сейчас я должен точно угадать, ну вот как только это сделать? Взял, перекрасил, ну гад, а? Ну гаденыш. Было тебе трудно, какашка такая. Так это же розовый цвет неугадываемый. Розовый? Догадайся, у кого есть еще розовый цвет? Ну, у тебя. Ты же можешь его подставить. У меня розовая шляпа. Так. Я сейчас смотрю, у кого похожая рука. Ты одинаковых не ставил, да? Не, одинаковых не ставил. Разные аниматроники. Вот что, нельзя было одинаковых поставить, я бы точно угадал. Это... Такая пауза. Это... Кто это? Я не знаю, я боюсь честно угадывать. Хорошо, давай на угад. А если... Вот представьте, сейчас скажу на угад и угадаю. Это... А, той Чика была, да? Вот это что, Чика? Да. Той Бонни. Хорошо. Блин, это плохо. Подожди, сейчас я еще раз пройдусь. Ну, блин, я не знаю, как угадать этого аниматроника, если они... О! А, нет, не такое. И насос ты не использовал, не подкачивал им руки, да? Нет, только трех отгадал, по идее, да? Да. Хорошо, это... Это... Сейчас я за угол встану. Это Чика. Нет! Да ну, Серега, ну пожалуйста, ну не убивай меня, я же чуть-чуть не угадал трех штук. Я же трех штук угадал. Ребята, я буду выживать до последнего. Если вам понравилась эта рубрика и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Серега, взрывай. Ох, как стекла вылетели смачно. Мне это понравилось. Delicious.